Всем привет! Как вы помните, в прошлом видосе я говорил, что сниму про Майнкрафт Трина. Ну и вот этот видос. Ну что, погнали! И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Дэн7.00. И сегодня я буду показывать программу и как Майнкрафт Трина. Ну что, погнали! И вот у нас запустилась игра, и что? Как обычный Майнкрафт, кажется. Но, ребят, в самом низу, как вы видите, разблокировать полную версию игры. То есть это не полная версия, оказывается. Если мы зайдем в достижение, тогда, как вы видите, нам нужно разблокировать полную версию игры. Вот. Также можно зайти в магазин. Запускается у нас, да? Нормально все. В магазине мы можем делать покупки, да, но вот тут и было. Магазин тоже, только можно посмотреть. Так, дальше вход в Xbox. Тоже. Зайдем в играть на сервера. Заходим, нам нужна полная версия игры. Друзья, слава богу, мы можем найти, но только не по Xbox. Давайте в миры зайдем. Создам я мир. Вот. Да. Что? Я хочу, например, творчий. А нет. Нужно разблокировать версию игры. Да. И с этим все нормально, я знаю. Ну вот. Но здесь вот тоже можно. Сиды. Хорошая штука. И это тоже. И также параметры мира нельзя изменять. То есть фундаментальный игровой процесс вы не сможете включить. Ладно. Пакет ресурсов. Слава богу, мы можем включить. Игра в мультиплеере. Давайте включим. Ну, короче, вот такая вот Майнкрафт версия. На ссылке я вам ее оставлю в описании. Вот. Я не рекомендую вам его скачивать. Так что да, лучше скачивать полный мир. Потому что зачем нам три мира? Ну, давайте создам мир. Вот. Просто я создам мир. Если все так, ну, создам. Один всего лишь, я создам один мир. Вот. Генерация мира. Ну, все у нас загенерируется. Я думаю. А, вот. Поменяли интерфейс наконец-то. Что есть типа панды, но извините, но в экспериментальном игровом процессе их нету. Так что, ну так вот. Ну, она поставила на паузу, а тогда у нас заложится, я возобновлю. А нет, не что сделала. Извиняюсь за нее. Она немного плохая. Итак. Ага, смотрите. Ну, нет. Создаю вы мне чаты основные. Типа 90 минут мы можем только играть. Вот. Ну, просто, в принципе, да. Ну, вот такой вот, короче, он играет. Че еще можно сказать? Майнкрафт, там, Трино, это все равно. Вот. Ну, короче, да. Я вам рассказал про Майнкрафт Трино, что он делает. Вот. Так что, ребятки, да. Ссылку я на него оставлю в описании. И оставлю в описании, конечно, тоже про нормальный Майнкрафт.
вот видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, у нас там был я, думаю, 7.00, всем удачи!